Тренажер сжигает жир, но повышает жор. Ну что, Галюня, да выделывалась? Что такое? Что такое? Скоро кто-то станет мистером Олимпия и уйдет от миссис слоеный пирожок. Смотри. Коля, ты что, кота откопал? Это другая коробка, ты присмотрись внимательно. Извините, жиробой 3000. Ух ты. Купил себе пояс для похудания. В электричке. Там такой ажиотаж был. А я не тупанул. Я последний раз тупанул в ЗАГСе с тобой. А тут не тупанул. Урвал последний 3700. Вон еще нагрузку дали, какую-то терку от тебя. Я думаю, что за дебилы там покупают в электричке что-то? А вот, живу с такими дебилами, оказывается. А что, по принципу терки работает-то история-то твоя? Аля, это инструмент по последнему слову техники сделано. Вот, а и импульсы проникают непосредственно в мышцы и изгоняют жировые клетки. А что это мы с акцентом заговорили вдруг? Я тебе говорю один в один, как мне объясняли. Кто? Кто-кто? Менеджер 6-го вагона. Ну, позанимаешься, похудеешь, и что будет? Что будет? Найду себе фитоняшу. Будем жить с ней. Общие интересы у нас будут. Эти, как их, ЗОЖ, ЖОС, вот эти ваши. Смузи вот эти. Стринги. Я люблю, когда девушка в стрингах. У меня тоже есть стринги. Галя, мне нравится, когда стринги на девушке видно. Вот обижать меня не надо было сейчас. А я тебя не обижаю, я тебя мотивирую. Ну, давай по очереди заниматься тогда. Ага, сейчас. Сама себе купишь. Так. Ёшкин матрёшкин. Аль, тут инструкция на китайском. Слышь, прочитай, ты же суши жрёшь постоянно. Суши? Японская еда. Чё началось-то? А? Зависть проснулась в твоём мощном теле. Конечно. Чувствуешь, что мистер Олимпия ускользает из твоих жирных лап. Ничего. Поздно, Галенька. Колесница бодибилдинга в пути, ее не остановить. Хватит совать мне в колеса палочки от суши. Счастливого пути. Доедете, наберите, пожалуйста. Расправлюсь без тебя. Инструкция для слабаков. Я свободный заводчанин. Я всю мебель дома без инструкции собрал. Так даже удобней. Значит, первая кнопочка, это, наверное, первая скорость. Поехали. Щекотно. Класс. Я прям чувствую, как у меня мышцы работают. Я, наверное, Галя, от тебя уйду. Поеду в Америку жить. Что делать там будешь в Америке? Банк там ограблю. Буду жить припеваючи. А, знаешь почему? А? Потому что мне электрический стул не страшен. Так, вторая скорость. Ух ты! Ага, класс. Здорово. Ты есть будешь, нет? А, конечно. На. Галя, ну что ты творишь-то? Я же спортсмен, мне в бутылке надо. Больше. В бутылке-то оно как-то попривычнее, да? Так, третья скорость.
Как классно-то, а! Я прямо чувствую, как все выходит из меня. Слышь, иди на балкон, выходит из него. А, Галя, Галя, помоги мне, выбал. Ой, сейчас разберемся. Галя! Суши-то жру, я ж знаю. Ну-ка, что у нас так? Ой, Галя, что-то не то, подожди, вот, режим Галя. Змейка у нас. Галя. Смотрите, змейка. А это что, Это режим крабик, видимо, да? Это крабик. Очень хорошо. Галя! А? Солнышко! Тут есть солнышко! Солнышко, потому что большое, видимо, да? Что это, батарейки? Батарейки сели, что ли? Сейчас. Сейчас я тебя убью! Сейчас ты убьешь! Подожди. Сейчас. Да, сели. Лежать. Что тебе надо, Аля? Лежать. Сегодня же ты пересоберешь всю мебель обратно по инструкции. Сейчас, конечно. Что сделаю, Ганька? Завтра ты перешьешь пуговицы на моем пальто обратно на левую сторону. Ага. В чем я буду на рыбалку ходить? Сегодня вечером ты закажешь мне самый большой калифорнийский суши-сет. Сейчас разбежалась. Удовольствие! Так-то лучше. Хорошо, все, да? Ой, спасибо, Галючка. Спасибо. Надо снять эту штуку. Зараза, она прикипела, что ли? Она снимается. Слушай, я пойду в электричку, пусть они снимут тут. Стоять! Че? Сначала к маме вешать полочки. Какие полочки? Не то, что ты не обои будешь клеить у меня.